Привет всем коллекционеров всяких разных модов. Вот это будет такая как бы обучалка, как установить мод. Я уже показывал, как установить мод, они устанавливаются почти все одинаково. Я когда на Black Hawk делал ролик, показывал. Сейчас смотрите. Короче, вот на C-130, Геркулес. Вот здесь, я дам ссылку в описании, он скачивается. То есть на DKS форуме, вот он. Вот нажимаете, вот здесь старая версия, вот новая, Геркулес, 268 для ДКС 2.7, он работает на 2.8. А вот здесь дам ссылку. Вот здесь у нас товарищ Grim Reapers делал несколько видосов по нему. Как что выкидывать, как устанавливать, что куда. Но здесь по-английски, и он это. Его тоже, видимо, кто-то обучал. И он такой просто головой машет, по-английски быстро балабонит, ничего не понятно. Я, например, пересматриваю ролик 2-3 раза, пока чтобы что-то понять, уловить. Он же там головой крутит, вау, кричит, это, вау, good, 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 yes, guy, guy, воу, воу. Он сам там удивлялся, что у него там лампочка загорелась или дверь открылась. Был очень в таком перевозбуждении. Поэтому я вот каждый смотрю, вот я ссылку дам вот на этот плейлист Grim Reapers. И вы это... Можете здесь познакомиться. Ссылка именно вот сюда. Вот, туториалы. И дам ссылку, где его скачать. Здесь нажимаете, он начинает вам сливать его там метров 300-400. И как его теперь запихнуть? Смотрите, когда вы скачали, у вас в загрузке падает файл. То есть не файл, а архив. Загрузки. Вот он. Геркулес, версия 6.8.2. Он не будет называться C-130, называется Геркулес. Вы его, допустим, где-нибудь сохраняете. Ну вот я себе сохранил его там, спрятал вот в софты гамесов. И вот в модах у меня он сидит. Вот тут. Геркулес. Вот он. Поэтому вы его скопировали себе на всякий случай куда-нибудь на диске, на каком-нибудь другом. Спрятали, чтобы системно не заваливать в загрузках. Вот он сидит. Теперь смотрите, открываете сохраненные игры свои. Сохраненные, вот они. Open Beta. Моды, аэркрафты. У меня тут уже Black Hawk сидит. Но это, смотрите, на свой страх и риск. Например, вы сможете на сервер не попасть, который проверяет клиента, где зеленый щит нарисованный, значок. Но я покажу, как этого можно не удалять каждый раз, а просто перепрятывать его. Смотрите, вот вы открыли сохранки, моды, аэркрафты. Теперь вот этот архив открываете. И видите, у вас папка. Ну там еще много папок. Вот папка просто открылась. В архиве открылась папка. Берете вот так, раз. Зажали, вот сюда перетянули. Он сейчас вот это все перебросит из архива. Архив останется там, а вот здесь появился Геркулес. То есть не C-130, а просто Геркулес. Версия 6.6. И все. Допустим, вы, например, хотите... Потому что видите, сейчас он у вас сидит в сохраненных играх, в Open Beta, вот в модах, в Aircraft, и появился еще один мод. На сервер вас не пускают, допустим. Можно, хотите вот полетать, а на сервер не зайти. Открывайте вот сохраненные игры рядом, просто папку. И возьмите вот этого Геркулеса, вот так раз перетяните сюда. То есть, чтобы он отсюда ушел. Ну вот, вот это вот сюда. И просто они тут сидят. То есть, получается, у вас что? Сохраненные игры открываете, у вас тут же много всяких игр. И вот у меня ДКС стоит стабильная, вот Open Beta. И вот у меня моды валяются. Например, мне надо в Open Beta закинуть обратно. Я опять открываю Open Beta здесь. Ищу моды, ищу аэркрафты. И вот из сохраненной игры открыл. И вот, допустим, мне надо Геркулеса положить. Я его обратно раз. У меня просто функция стоит из папки в папку перемещает. То есть не копирует, а перемещает. Например, Black Hawk. Обратно в Aircraft и в моды. Раз. Все. Теперь у меня Геркулес и, допустим, Black Hawk уже сидят в модах. Не на каждый сервер пустит, но это не страшно. И сейчас я запущу этот бету. И в следующем ролике покажу взлет, как там с транспортом, как можно десант выкидывать, как можно грузы выбрасывать на парашютах, какие грузы на парашютах, какие надо просто так приземлиться, выгрузить. Это уже в следующем ролике. Ну вот, такой вот короткий вот, как инсталлировать себе мод. Ну давайте, до следующего ролика.